занял первое место на турнире по парастрельбе в Чехии и получил заветную квоту на участие в Паралимпиаде 2021 года, рассказывает Наиль Гатин. Попасть на Паралимпийские игры для одинцовского стрелка когда-то было мечтой, а теперь это реальность. Сейчас Наиль и остальные члены сборной России усиленно тренируются на спортивной базе в Тульской области. 3 дня мы стреляем, тренируемся по 2 тренировки в день и 1 день потом у нас выходной и так далее. Плюс у нас здесь еще есть медицинский корпус, где мы проходим восстановительные процедуры. После несчастного случая Наиль не опустил руки, а нашел свое призвание. Уже 3 года он активно тренируется в спортивном клубе «Одинец». По словам членов клуба, Гатин – один из самых целеустремленных спортсменов. Об этом говорят и его достижения. 3-кратный чемпион России, 2-кратный серебряный призер чемпионатов России, 2-кратный обладатель Кубка России, победитель межконтинентального турнира в Турции. Теперь его цель – золото Паралимпиады в Токио. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».